Породой эта пушистая, пока безымянная собака чем-то напоминает помесь колли. Волонтеры нашли ее на одной из улиц Белимбая. С воскресенья животное обживается на новом месте и готовится пройти все необходимые процедуры. Уже успела продемонстрировать свой спокойный характер. Поводок не рвет и постоянно внимает к человеку. Волонтеры говорят, собака еще немного стесняется новых людей, но стоит познакомиться с ней поближе, и она одарит нового друга любовью и вниманием. Станет отличным компаньоном человеку преклонного возраста. Она очень-очень дружелюбная, вот такая хорошая. Играть любит с другими собаками и хорошо ладит. В отличие от спокойной колли-полукровки, эта собака, скорее всего, помесь овчарки, а вот мордочкой напоминает самую настоящую лисицу. Нашли ее также в Белимбае. Возраст собаки примерно 2-3 года, и в размерах она вряд ли прибавит больше. Очень спокойная и, по словам волонтеров, обучаема. Уже понимает команду «дай лапу». Подойдет такая собака в семью с детьми, а также хозяину, который захочет заниматься с животным дрессировкой. Она воспитанная очень. Все хорошо понимает, она очень компанейская. А этот щенок самый юный среди нового пополнения. 5-месячного пса нашли в районе Самстроя. Собака ухожена, очень общительная и открытая к человеку. Волонтеры предполагают, возможно, ее выкинули на улицу или просто потерялась. Собака очень энергичная, постоянно в движении и очаровывает своим добрым, неугомонным характером. Такой активной особе в хозяева подойдет любитель спорта. Вырастет, то есть будет ростом как овчарка, а помесь овчарки, она очень худая. Надежда найти хозяев старых или новых уже искать. В городском приюте для каждого любителя животных найдется четвероногий друг. Протянуть ему руку помощи, а также подарить новый дом и семью может любой неравнодушный первоуралец. Никита Нехорошков, Дамир Харисов, служба народных новостей.